Acclaim, получается? Нет, Acclaim была издателем в Америке. А. Сделали Technos Japan. А, и Tecmo же, Tecmo, точно. Какой Tecmo? Technos? А, Technos, да. Tecmo, говорю. Я их путаю. Так, мы тут... О, нормально. Ты хард поставил? Конечно. А ее можно пройти только на харде. На нормале тебе после 6 уровня скажут, иди-ка ты нафиг. А, или нет? А я это не на легком, так говорят, собственно. На легком после 3-го говорят. А, вот-вот, точно. Пройти ее можно только на харде. Угу. Ну, получается, да. Мы в детстве играли в японку, а там нет такого ограничения. Значит, я играл в американку все это время. Помню, один раз поменялся на карик вот эти 999 в одном на вот этот Double Dragon. Меня так отругали потом за это. В смысле, ты свой Double Dragon что ли отдал? Нет, наоборот. Где Марио, там танчики, все сборник поменялся на Double Dragon. На одну игровку что ли? Да. Ну и чё ругали? Ну, типа, нахрена отдаешь на какую-то одну игру? А, ну да, там же 9-9-9. В нее никто не играет, типа, кроме меня. А, там же 9-9 игр в одном, да. Да. Ну ладно, повезло им. А будешь турбокнопки? Нет. Да ладно, чё ты? Нет, серьезно. Я же знаю, как этот удар коленом делается. Чтобы его сделать. Подожди. Чтобы его сделать без турбокнопок, нужно, блядь, это. Пальцы себе свернуть на них. Нет, подожди. Вот. У тебя где стоят-то кнопки? Через один? В смысле, через одну через клавишу один. Или вместе стоят? Вместе. В один ряд. Я не знаю, нет, это не турбо, вот. Ну сейчас ты да, не турбо нажимаешь. Давай, залезай, блядь! Турбо в другом месте стоит. Я специально убрал его. Да мне пофиг, где у тебя турбо там стоит. Какой у тебя жопе там турбо стоит. Где намлок, короче. А играю я на этой стороне, на левом. Поэтому... самое. Ну и куда-то полез. Вот так вот это делается. Не обязательно. Вот так вот это делается. А, блин, их тут двое, зараза. Ты еще сливайся. Да их там двое просто было, нафиг. Одного схватил, второй возник. Еще, да, будет? А, нет. А, почему они снизу появились? Они обычно сверху. Там же я снизу стоял. Сбросим его. Я люблю а его. Ты его сбросишь? Ну да. Ну давай, сбрасывай тогда. Я тут посижу. Завис так. Сидишь. Он так... А ты куда? Я же с тобой тоже хочу поиграть. Сбросил. Подожди. Блин. Зараза. Вот так, блин. Так ему остался один удар коленом, блин. Еще исчезай тут, ага. Так ему остался как раз один удар коленом, блин, всего лишь. Его уже сбрасывать не обязательно, блин. Обязательно. Нервы потрепал мне. Вот это мне всегда этот был похож на позвоночник. Этот позвоночник. Мой любимый уровень. И это самый короткий уровень, по-моему, за игру. Бля. Рано слишком пошел. Бля, ничего тебе. И бомбу забирай. Такие боксеры будут. Ван Дамм.
Когда встаешь, быстро жмякай панч, он тебе сразу апперкотом даст. А, ну что. Я думал, вот эти приемчики не рандомные. Никогда не Вот видишь? Да. Когда встаешь, если быстро жмякать панч, он все время сразу будет апперкотом бить. Ниндзя будет? Нет, еще. Это последний. А, все, сдохну. Получается, они допрыгнули все-таки до этого вертолета, да? Наверное. С такой-то высоты. А, сейчас. Да, вот это поиграть можно, вот это я люблю, вот эту игру. Не то, что там всякие контры. Сонтры. Ты не гони давай на контору-то. Ты сейчас тебе Абобу как даст. Это Абобу, что ли? Да. А я их путал, я думал, этот, который желтый, этот Абобу. Желтый — это Арнольд. Желтый — это Арнольд. Как-то странно звук поменялся. Блять. Синхрон. Еще один. Еще одна. Две, да? Я вот думал всегда, почему вода так странно стоит. Ну, оказывается, это везде вода. Просто ее не показывают. Да хер ты его так завалишь? Я его валил так. Не обязательно прыгать. Можно, можно. На, нафиг. Получилось все-таки. Это иногда тоже так можно, да. Кстати, вот эти зубчики из контры. Нет. Очень похоже. Да, что ты будешь делать, блин? Цеплячьи лапки, нафиг. Скроллер. Блин. Да, вот я их ненавижу, нафиг, за это. Там прям вот это, дается время прям ровно вровень. Да, да, да. Пиздец, мы их мучим. Сейчас кто-то из нас... Да. Ах, я. Когда-нибудь так отходит, они это, готовятся выйти. Почему нельзя садиться? Вот в этом... Таких... Да, вот они, кстати, могут садиться, а мы нет. Что это за херня? Бынь. Это неправильно. А Бубо? Чё, он выкинет, блядь, ты сыр. Сам. Чё выкинет? Вот, сейчас, давай. Вдвоём его. Бляс. Хитбокс найти надо. А, бля, я думаю, чё это? А! Чё, проебался. Да. Еще 5 уровней. Какой 5? Ты черехнул, что ли? А, подожди, это 4-й же был.
пятый, знаешь. Ну, я последний уровень не считаю за уровень. Там чисто... Да, босс. Последний босс. Ну, ладно, тогда три. То есть два. То есть четыре. Пипит. Нет, что-то такое. У меня на первом уровне получалось, а сейчас нет. Вот эти коленом, что такое? Блять. Вон. В Double Dragon Advance там это, легче это колено делать. По-моему, в любом Double Dragon легче, наверное. Да я что-то не помню, что в третьем Double Dragon вообще был этот прием с коленом. Я тебе специально его это боднул. Я понял. Бля. Да, вот я здесь все время влево иду, потому что они постоянно, как только выходят, кидаются этой фигней. Что это такое? Я думал, это спички всегда. Коктейль молотов какой-то. Мини. Сейчас забуба будет. Еще один. Бля, рано. А, нет. Ох, сейчас самый мой любимый этот был. Да блин, я ненавижу этот трактор. Я знаю, что-то я разучился в него залазить. Я знаю, что это трактор, что это не трактор, но его все равно трактор называют. Комбайн. Че это, блин? С ниндзей надо по-ниндзяйски драться. А где ты ниндзя увидел? Я не вижу ниндзя. Почему-то мне казалось, что это ниндзя. Я всегда говорю про них, как про ниндзя. Нормально, я залез. О, красавчик. Мне еще один будет момент идиотский. Это седьмой уровень, где платформа исчезает. Ну, там надо просто быстро противника завалить. Желательно вообще его скинуть в эту яму как раз. Ну, бля, это вообще тяжело. Яму скинуть, в смысле. Ну, и у него жизнь до хрена еще. Так, давай с двух сторон стоим. Ну давай. Думаю, так завалим. Что мне пиздец лагает? Сука. Удар дракона. Вот он, блять. Обожает. Особенно, где вот здесь. В американской версии сделали сложнее нафиг. Я не знаю, какого дубы приперло в голову это делать нафиг. Ну да. Так, это справа было. Мне вот эти глаза пугали всегда. Да они всех, по-моему, в детстве пугали нафиг. Психоделические глаза какие-то. Тебя там двое шмонает. Бля, я в кнопки спутал. Здесь, кстати, можно стоять и просто не давать им это подняться. Ну да, читерский ход. Но так долго. Ничего читерского. Так долго. Спасибо, рука очевидности. Мы знаем, что нам туда. Обратно пошли. Все. Че, ты первый? Ну ладно, давай. Нет, так не залезешь. Залезешь. Ты залазил? Да, многократно. Только надо кнопку вверх нажать прям очень в точный момент. Блять. И, по-моему, нам вообще одновременно надо это сделать. В смысле, туда запрыгнуть? Да. А как сделать?
Да ну, мне кажется, вообще не залезть. Да может туда залезть, я это делал уже. Если бы это... Просто это... Короче, игра глючит, и каким-то макаром... Суть в том, что нам надо нажать вверх одновременно, когда мы находимся вот в верхней части этого экрана. Чтобы как бы мы зашли в эту комнату. А, понятно. Ну, давай вдвоем попробуем сейчас. Один я это делал многократно, а вдвоем вот нифига не получается. Походу, нам надо одновременно это сделать. Нет. Ни хрена. Да так я, блин, задолбаюсь прыгать на них. Я уже 100 лет там не прыгал на них. Подожди, дай я там. Ну давай ты тогда пропрыгивай. Я думал, там большая платформа, забыл. Я подожди, посмотрю, что там. Большая, маленькая. Маленькая, большая, большая. Маленькая, большая, большая. Вот этот последний прыжок вот очень дикий, нафиг там. Прям прыгать надо. Ничего там не дикий. Мне нравится, как он падает так это, да. назад так бошку отвернул. Не нажался, сука. Сейчас. Оттуда... На кой хрен в битэмапе вот такой участок делать, я не понимаю. Я не знаю, еще на двоих, блядь, это пиздец просто. Сука! Бля. Еще 2 жизни осталось. Блять, это еще что, 7-й уровень, это жопа просто. Там таких. Да мне кажется, 7-й уровень легче, чем вот этот участок. Ни хрена. Там много слишком, поэтому мне кажется, сложнее. Чуть правее надо было так. Да, я думал, сейчас упаду просто, поэтому. Ладно. Да лучше бы упал. Ну да. Ты чуть правильно сказал. Лучше, блядь, ебануться туда 10 раз, чем туда 1 раз. Да, блядь, нахрена здесь справа? Ещё правее. Да сука! Тупее не придумаешь, а? Свалился, блядь, когда прыгать хотел. Наискоса. Блядь. Не, я все-таки туда запрыгну, нахуй, сука. Ну попробуй, да. Я потому что многократно это делал, я еще на Денди это делал. Вот теперь может получится. Да мне кажется, это вообще в режиме на 2 игроков это никак не канает. А может, нет. Потому что когда я один играю, мне... Блин, ран прыгнул. Когда я один играю, мне... Ну, может с 3-й, 4-й попытки, но получается. Вообще, по логике, должно получаться, потому что, как бы, даже на двоих, потому что ты, как бы, это сам... Да, прыжок у него высокий, он, как бы, там оказывается. По идее, должно получиться. Блин. По-другому попробуй, наверное. О, а, видал? Ага. Да. Говорит, там надо вот вверх нажать, вот прям точно секунду в секунду. Ну, да, вот этот момент я не люблю. Ну, тут не очень-то тяжело мне. Я по-другому пока не. Бля, джалку вот жизнь взять на меня. Сука, на какой-то хуйне слился, блядь, пиздец. Вот этот вот засранец так в жизни снимает прям только так. Вообще заёбывает. На, нахрен. Так ты, по идее, упасть должен. Сейчас ищи... А, ищи, сразу, не исчезает ещё. Да-да. Да, исчезает маска. Ещё маска так. А нет, смотри. На, нафиг. Улетел. Маска переместилась с платформы. Читер. Вот этот момент сложный, да? Да не. Наверху вот когда будет.
Ай! Куда ты торопишься, блин? Подожди. Пускай он остановится, потом на середину запрыгнет. Стой пока. Пусть, да. Стой, пускай он да-да-да! Спокойно. Повезло тебе. Повезло мне, главное. На, ни хрена себе, блин. Знаете вам, ваши уже лекарственные. Петарды. Это, по-моему, петарды какие-то. Смертельные петарды, однако. Ага. Ну ты все. Ни хрена ты охренел на у тебя. Ты знаешь, как они за ножами пошли, а? А, тут 9 уровней, вот вспомни. Ну да, просто последний просто как это. Ну так как-то эпичнее. Если последнего босса еще отдельный уровень поставить. Вот последнего босса я фиг завалил. Почему? Потому что я его только с турбо-кнопками заваливал. Да, ну он лёгкий. Его в угол зажимаешь и просто мочишь потом. В угол зажимаешь? Там угла нет. Арена-то бесконечная. В край экрана имеет. Когда вот вторая арена появляется. А, блин, не успел, на вот тебе. Шурюкин, мать твою. Хадоукин. Хадоукин будет этот делать, двойник мой. А, блядь, сейчас еще эти двойники ебучи. Вот их я ненавижу. Особенно ниндзя, их штук. Сколько? 5, наверное, выходит. Если не 6. Ай, блин. В спину тебе. Удар в спину. У них кастет или что это на руке? Перчатки я... вообще-то. Перчатки такие эти. Вырезанные. Блин, я задолбался уже эти кнопки нажимать. Вот он, блин, Арнольд. Арнольд. Он еще, сука, уворачивается, наверное. Бессмертие можно пройти, да, игру? Можно. Но у тебя пальцы просто сотрутся в порошок. Да. Рандом особо. Фу. Или вообще его нет? Почти. Не, рандом здесь нет. Просто вот, видишь, они пригибаются постоянно, от удара поворачиваются. Ну да. Ты-то этого сделать не можешь. Бамс. Аи. Музыка классная. В этом, в Double Dragon Advance, там добавили такую технику нам. То есть игрокам. Double Dragon Advance это. Которые на Game Boy Advance. Там вот можно, да, так пригибаться. Нахрена здесь нету. Так-то игра не очень сложная, блядь. Нечестно как-то. Блять, не получилось. Фу, еб. Пальцы до хрена жизни. Пальцев порошок сотрешь нафиг вот так вот. Ну да. Долбите. В третьем такой хуйни нет. Есть. Ну там попроще играть. Блин. Ай-яй-яй. Сейчас еще боба будет. Две штуки, кстати. Блин, мне одной хватает. Я первый раз, блядь, 4 конта с... 4 жизни съел. Ну, такой нет. А, что, не видно? Ты почти прошел, короче. Еще минут 5-6. Блин, этот засранец сзади. Да, блядь. Убей супердаром и все. Вообще не надо париться. А, вот если только что это не. Вот стой так.
Что это за хуйня? А они все это на определенном расстоянии встают и ничего не делают. Да, тут я не видел еще. Бать, как отлететь-то? Жестко. Вот я их все время так вот зажимал. Один справа остается, потом другой слева выбегает, и я вот так вот долблю. А теперь они, видишь, как? А теперь они тебя долбят. А, видишь, он с определенного расстояния начинает бежать. Угу. И на ногу натыкается. Я думал, он сюда бежит. А нет, вообще-то я видел, что он останавливается. Но я думаю, это произвольно делать, рандомно. Вот тебе хадукин. Еще самонаводящийся, блин. Вот это я первый раз увидел. Я тоже первый раз, кстати. Да откуда так? Он же прям стреляет. Он вообще не любитель стрелять, если уж на то пошло. Ну да. Он редко стреляет. Да. Ни хрена. Бэм. Беда, вот он в платформе обратно прижался. Вверх полетел и обратно в душ резко. Там, походу, какая-то стена. Ай. Ай. Блядь. Блядь, смола, что это такое? Тень. Мы же сражаемся с кланов, это, с кланом воинов теней. Ты что, забыл, что ли? А, это типа Shadow Boss, что ли? Ты? Да. А это кто такой? Не знаю, Ultimate Warrior. Понимаю, как хочешь. Shadow Warrior, вот он. Там было написано. Так, ни хрена вот это он бьет. Ну суперами только. Суперами, так видишь, он не всегда на него попадается. Нет? Так, а, больше шансов где? Просто. Хоть и не попадается. Вот здесь он сейчас отпинет. Да. Есть такое. Заебывает, конечно. Вот этим хуйня. Блин, если точно пальцы сверну чуть. А он справа, зараза. Бэм. Попал. Бш. Вот ни хрена, у меня 4 квадратика снял одним ударом. Бдынц. Ай, сливайся. Вдвоем мочь, мочить будем. Так контов-то нету, это хард. А, точно. Ну ладно, у тебя еще 2 есть. Ай! Вот теперь просто стой, зачем ты ушел? Туда встань в угол и зажми. Да я себе пальцы сверну, ты что, столько нажимать нафиг? Да не суперми, просто кулаком. Да не проканает это. Проканает. Это не японская версия. Да блин, я же тебе говорю, пошел, я нафиг. Американскую всегда играл. И так я делал. Значит, канает. Ты где там? Опять пропал. Ты что там делаешь?